Приехал город покорять, на работу устраиваться. Казино незаконно. А ты знаешь, какие там бабки крутятся? Тебе работа нужна или нет? Будешь работать здесь, в этом казино. Кто-то сливает информацию. Чё ты смотришь? Ничего, просто смотрю. Ты забыл, как она тебе 3 года назад подставила? Вот таких, как мы с тобой, всегда проблема с близкими людьми. В том смысле, что их нет. Я знаю адреса, пароли, явки. Мне терять нечего. Он ни перед чем не остановится. Это мы еще посмотрим. Алексей Нилов. Ты играл в моем казино, ты проиграл. Высокие ставки. Со среды в 17:00 и в 19:40 на НТВ.